белые шары как символ памяти. Так в Барнауле вспоминают невинно погибших детей Донбасса, Новороссии и приграничных зон СВО субъектов. Их истории шокируют. На акции зачитывают лишь некоторые из них. Как двухлетний ребенок погиб под завалами дома. Или как 16-летний парень погиб, закрывая от пуль свою маму. Вообще трагедия, когда умирают люди, невинные люди, взрослые и пожилые, но когда трагедия, смерть касается ребенка, это вдвойне, втройне страшно. Мы понимаем, что это сотни детей, которые больше не пойдут в детский сад, которые не сядут за школьную парту. По официальным данным, с 2014 года по 2022 на Донбассе руками киевского режима убито около 300 детей. Более 24 тысяч признаны потерпевшими. И еще тысячи детей бесследно исчезли. Митинги, посвященные маленьким жителям Донбасса, накануне прошли по всей стране. В том числе в Луганской Народной Республике, где сейчас находятся представители Алтайского края. Давайте помнить. Не забывать и знать, что от нас, взрослых, зависит то, какое будущее будет у наших детей. Несмотря на огромные расстояния, которые разделяют наш край и новые регионы, Алтай не остается в стороне. Теперь уже ежегодно наш регион принимает детей из ДНР и ЛНР, которые отдыхают в лагерях, знакомятся с историей и культурой страны. Уже для многих жителей края эти дети никогда не будут чужими. Я видел ребятишек, которые даже когда началось СВО, встречали нас с флагами, давали какие-то там конфеты, там угощения. Все. Мы, в свою очередь, отдавали свои судьбы. Я сам отец и слезы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.